О, красавец. Марс красным глазом. 4 мая 2018 год, Харьков. 4:08 по Киеву. Поймался наконец-то. Ты посмотри, какой красавец. Так, это у нас попытка нам Бату снять парад планет, по крайней мере его участников, хотя бы уже и не в строю. Вчера был парад планет. Поснимать-то я его поснимал, но дымка была такая, что практически фокусировки не было никакой. Сегодня пошел, дымки уже поменьше, но ветер поднялся. Хорошо пришла мне в кои-то веке в голову мысль, какого беса я выперся на высшую точку за окружной, дабы побыть на 100 метров поближе к Марсу, к Юпитеру. И вот я здесь, в кустиках с ежами какими-то, по крайней мере, я себя пытаюсь убедить, что этот шум создают именно ежи. Просто они какие-то копытные ежи. Поэтому шума так много. В общем, пытаюсь не давать ход волю своему разнузданному воображению. Так. Ай-яй-яй, вот же ты, Сатурн. Я тебя видел. Маленький-маленький экранчик на фотоаппарате. Мелькнул и утек. Ну, подумай, может, сообразит, сфокусируется. Идея снять три планеты, ну и Луну. О! Марс, Сатурн, Юпитер. Ну, с Юпитером, я думаю, проблем не будет с его-то яркостью. А вот Сатурн у нас, вон он, родненький. Ну, давай же ты. Не прячься. Автофокусировка делает, что может. У нас уже рассвет начинается. У меня начинается мандраж, что я опоздаю на работу. Ежи тяжело дышат в спину. Что ж такое? Давай. Должен получиться, Сатурн. Очень тебя просим. Так ты хорошо получался. Прямо даже кольца были видны. Сатурн, конечно, дальше всего, полтораста миллионов километров от Земли.
все, больше я не прошу. Дымки почти нет, ветра нет. Надеюсь, на экране компьютера будет видно и отдельно кольца от самого Сатурна. Ну вот, если долго мучиться, что-нибудь получится. Например, получится удар, инфаркт, микарда, вот такой рубец. Так, ладушки. Давай еще раз уйдем, потом подойдем. В любом случае хорошо. Ну вот сейчас и Сатурн видно, и Марс видно, и Луну видно. Господи. И где у нас Юпитер? Вон у нас Юпитер, его ни с чем не спутаешь. Второй по яркости. Вторая по яркости планета после Венеры. Вот Венеру я еще не снимал ни разу, что, конечно, удивительно. Сейчас все будет. Не-не-не, это ты куда-то не туда фокусируешься, серьезно. До Юпитера 568, что ли, километров. Миллионов, конечно. Да ну что ж ты. Так, все хорошо начиналось. Сейчас еще немножко головной боли. И раздражение зрительного нерва. И будет у нас не только Юпитер, но и Галилеевы спутники. Вот они. О, комары еще. Комары — это лишнее. Так, вот это у нас, как бы я правильно запомнил это все. Значит, слева это у нас Ганимед. Следом за ним, по-моему, Ио. Потом Европа и Каллисто справа. А внизу вот это то, что я вчера принял через дымку и свой затуманенный мозг за пятый Галилеевый спутник, неизвестный до этого ни науки, ни Галилея. Это, оказывается, внизу какая-то звезда, примазавшаяся к славе Юпитера на пару деньков, с непроизносимым каким-то арабским названием. Чердахан Брахмапур. Хотя это больше на индийское похоже. Ну, в общем, желающие могут посмотреть. Ну все, вот у нас парад планет. Спику я не снимаю, не пытаюсь. Это звезда, бог с ней, со звездой. Нечего звезде делать составе планет. Парада планет. Вот Луна еще как-то может претендовать на некую планетарность, а не звездность.
Размером она, по-моему, с плутон. Нет? Это, по-моему, великолепный аккорд завершающий. 4 мая 2018 год. Харьков, 50-я параллель северной широты. 4.19 по Киеву.